Ассаламу алейкум, это «Профессиональный спорт», с вами, как всегда, я, Адам Ахматов. Сегодня в рамках нашей программы для сотрудников ЧГТРК «Грозно», здесь, на нашей территории, в нашем спортзале, проведут мастер-класс действующие бойцы UFC Зубайра Тухугов и Майербек Тайсумов. Сегодня я постараюсь вам показать, как можно выбраться и получить удобную позицию спарринга, да? Вот, например, меня сбили спарринг, да? То, что я заметил, многих наших бойцов, да, они не могут выбраться с этой позиции. Что можно в этой позиции? Есть много вариантов выйти с этой позиции, да? Если он борец, это его выгодная позиция, да? Он может бить, он будет меня забивать, пока я не встану. Первый, смотрите, если я беру эту руку, обычно руку берут, когда стараются выйти на болевой, правильно? Вот отсюда делают обычный спорт, такой болевой. Что мы сделаем? Ой, я хочу просто встать, да? У меня партия встала, мне надо встать, чтобы стойки с ней подраться. Что можно сделать? Я беру руку, оттягиваю, и этой рукой просто беру их под мышкой. И это примерно такое беда. Вот, такую позицию берем. И с этой позиции просто можно легко и просто выбраться. Например, просто толкнуть его в эту сторону. Вот это можно хорошую позицию занимать. Что я еще заметил в наших бойцах, которые выступали, тоже вот недавно был турнир «Ахмат» и на турнирах «Беркут». Что не умеют наши бойцы? Например, он занял позицию на «Маут Позишн». Даже не знает, а ладно. Вот с этой позиции. Что наши бойцы делают обычно? Они просто висят вот так. И все. А другой он просто бежит к нам. Ишь халат бежит. Ишь халат бежит. Вума дару да. Это ишь. Ну то, и я хрен он берешь мягкий. Он говорит, ишь не халали. Если ишь не выдох, не выдох. Ну а откуда есть? По-любому давать. Буква варианта была, по идее. По сумме мелкий наш бачит. Они просто вот так ищут держатели. Вот. Я вам покажу прием, если ищете хатывай, вы оттягиваете вверх. Вы, если вы оттягиваете, оттягиваете вверх, чем он идет. Ищите сбоку, вот и так. Поверили. Можешь встать. Ищи ход, дуку, чё, конец. Ну, знаете, да, ищи вверх, вы. Хатывай, вы. Пока хокар, просто ищите. На бок, узай вверх. Вот и я. Плохо дать можно. Уголь. Алло, да, да. Ну, да, царь, ты же отлично. Даже выгодно. Води, ты вот, выводи. Умадал. Ты вариант, что ли, еще, да, это. Бук чариш. Жбука, что надо, или ой, бука, солили, и умунца до тебя. Даже чуйца дать, с тобой я хотел, что ли, что ли, что ли, что ли, Хилхун позиции помогут, а вот пиш позиции, а вот и уходишь, ешь, 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 ситуацию. Хотя он меня пишет, что да, как родилось, ну, примерно позиция, галяться. Ой, чай, буду обычно. И только все наши делают обычно. Пару ударов делают, дают сопернику встать, да? Нет, зачем ему до вас вставать? Если есть такая позиция, это твой шанс выиграть бой. С этой позиции что можно сделать? По позиции, раз, пару ударов, и даже вон он, она, хокал, вот еще.你打你什么？你打你什么？谁呢？一的，一的，我不打，就那样的。不是我打，不是我打，就是他。他是他，你还得讲，是吧？不背景，你来，我把他来，来，我做一些，对吧？不是我打，没事，我打，可以，啊，可以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 
Ишь, белая, ля, аж бежать, не пизди. Ишь, аля.
и контроль по дивизии. То, что показал мой бег, я хочу чуть-чуть добавить кое-что. Вот отсюда, когда лежишь, да, вот забиваешь, он думает, как отсюда уйти, короче. Допустим, я ему даю просто шанс, как можно уйти. Вот он берет. О, да? Автоматически я вот так забиваю, и все. Вот так вот это получается. И вот можно, разницы нет, справа то лево. Добиваю просто, даю шанс и конец. Вот, руку вот так. Вот это, ногу вот здесь должен вот перед. Вот прям вот так, вот это вот, вот здесь. А не здесь, вот так, вот так. Все. А рука вот не так, прям, вот так. Вот. Видно, да? Он не может потом забрать руку. И что с собой? И что с собой? Берет ноги, да, я все ему легче спасать меня. Намного. А когда я с корпуса просто шаг туда. О, когда. Ну вот некоторые вот так делают, знаешь, вот так. Ты да, так нельзя. Куда баса, допустим. Все, убирай ногу. Я так проход никак, никогда не делал. Проход как надо делать, допустим. Можем понять, допустим. Вот. По-любому колено должно быть вот так. Все, куда же? Я могу дальше гадить. Если уж, то не можно. Будут все эти дозы, а уже тебя вот здесь держишь,
Встает выше, да? Смотри, да? А так, еще шаг в сторону, а там левый, левый шаг в сторону, вот. Опять шаг в сторону, да, остальные левый. Да, давай, снимем. Вот, шаг в сторону, еще шаг в сторону, шел, а ты больше. Я думаю, что иду дома. Ну, назад, просто, да? Еще шаг, уже назад, я еще. А так, я вини, YouTube, вини, ты, давай, ты. А шаг назад, я хочу, да. Шел, шаг в сторону, я уже вижу. Да, а так, выгодно, вот. Всегда встречать его, если встретить его, желайте себя, вот так я же. Все, дальше же воды, дружму, дружит, а воды, лапа, и же, твою другу, да. А если она так вот, то же легче, лапа, закрыто дверь, вот так я, то все дальше, так я. А если идти вот так я же, вот так я же, на сад встречи, то просто мы это, вот так, не учу, видите. Тут я так, мы рады, что ты ищет, ну, ты справа, ну, хайда, сайда. По ситуации все равно дыхался твой, а дыхался твой, всю дорогу держался. Ну, так, Алби, будешь легче, чтобы сказал, обычно, а что тебе сказали, завтра, даже может быть, даже он будет легче, что я говорю, а я не буду вах так, не буду их новый. Я не всегда вах так, да, да, да. Короче, по ситуации было. Показали приемы те, которые реальные, то, что мы делали, то, что мы изучили на нас, да, в бою, на тренировках, это 100% возможно эти приемы сделать, поэтому мы показали сегодня. Молодежь есть, еще подрастающие бойцы есть у нас. Пусть будет польза им, пусть посмотрит, учится, отрабатывает. У них есть возможность, и мы покажем то, что мы умеем. И мы показали пару приемов, как можно получить хорошую позицию, если тебя сбили, если тебе прошли в ноги и положили в партию. Показываю, что умею, хотя я немного что умею. Что умеем, показываю.